Вот еще одно видео хочу снять для тех, кто, так сказать, понимает. Вот. Пришел тут ко мне один мастер, фломастер или ломастер. Я вот хочу попробовать, да у меня получится. Ну дай хоть 2-3 грибка. Ну вот дал. Это называется, что дай, что выкинь. Ну я сейчас для сравнения такие же грибки постараюсь поставить. Ну вот аналог, да? Вот то, что я дал, и то, что мне вернули. Человек сделал себе мини-лифтер, говорится. Потом оказалось, что он их плоскогубцами вот снимал. Вот, вот. Молодец, короче. Я ему объясняю, что ты мне, так сказать, я тебе дал инструмент, а ты мне его угробил. Вот, в грибе вообще отсутствует напрочь. Середина, то ли он ее сверлил, то ли грыз он ее, непонятно. Вот, вот что делать? Вывод такой напрашивается. Никому ничего нельзя давать. Вот что это? Что это такое? Вот сейчас я аналог грибов сейчас найду такой. Ну вот оно. Тот, кто соображает, знает, что их механически не чистить ничего нельзя. Можно только их положить там, кто в спирт, кто там еще во что-то. Ну и вот. Вот что это? Выгрызено, как мышами. Вот. А с другой стороны, скажем так, не надо было давать. И не было бы проблем. Вот. Так что вот, вот. А с виду был, как говорится, косил подпорядочно. Теперь эти грибки только взять и... Я даже не хочу клеить. Мне противно даже их в руки брать. Вот. Этим грибкам теперь место вот, вот там вот. В мусорке. Вон они там плавают. И там им самое место. Так что вывод. Ребята, не давайте свой инструмент абы кому. С виду все порядочные, а потом получается, что... Что дай, что выкинь. Всем удачи. Пока-пока. Делайте выводы.